Всем привет! Ну, как вы знаете, меня очень часто критиковали за то, что у меня очень плохой звук во время видео, за то, что бакают мои лягушки, мешают воспроизведению. Ну и вот, наконец-то, мы решили купить себе петличный микрофон, чтобы исправить искажение звука. Как раз сегодня очень хороший день для тестирования микрофона. Присутствует ветер, посторонние шумы. Итак, микрофон. Извините, первый опыт распаковки. Хотел так покрасивше, но как получается. Значит, долгое время мы выбирали петличный микрофон, читали, нам советовали. Хотелось, конечно, купить подешевле. Но в конце концов, начитавшись советов, мы решили купить петличный микрофон Boya Bay M1. Кстати, во время покупки этого микрофона произошло следующее. Мы зарегистрировались на Алиэкспрессе и получили купон на $2, первый раз покупающие. И ожидали купить микрофон со скидкой. Делали заказ, стали считать и обнаружили с удивлением, что он процентов на 20-30 выходит дороже, чем купить его в Украине. Поэтому, если вы покупаете микрофоны на Алиэкспресс, ну, впрочем, как и все остальные вещи, смотрите, по какой цене вы сможете купить этот товар на местных интернет-магазинах. На каком интернет-магазине мы его покупали, я говорить не буду. Собственно говоря, разницы особой нет. Итак, очень приличная упаковка. Даже, я бы сказал, подарочная. Если вы будете куда-то дарить какому-то своему знакомому, который увлекся, как и мы, размещением роликов на YouTube, то, собственно говоря, отличный вариант подарка. Ага, вот видите, аккуратно можно его вытащить. Это я тут просто волнуюсь, поэтому у меня немножко. Ну, я, собственно, никому дарить его не собираюсь. Смотрим, что же внутри. Так, в коробке есть инструкция. Я думаю, инструкция, в принципе, к такому микрофону совершенно не нужна. Чехол. В принципе, очень приятно. Вот даже, видите, стеснение. По ощущениям. Микрофон. У меня, в принципе, никогда не было петличного микрофона, поэтому мне сложно сказать. Вот у него, видите, сам микрофон. А это к нему, я уже поскольку читал, сюда вставляется батарейка. То есть, если вы записываете с телефона, то вам не нужна она. Но если вам потребуется камера, либо фото, либо видео, то надо будет вставлять батарейку и пользоваться подобной вещью. Когда мы выбирали подобный петличный микрофон, а, вот видите, тут на липучке шнурок, очень хорошо, нормально, аккуратная проволочка, провода на ощупь очень даже приличного качества, разъем мини-джек на 3,5 мм. Нас прельстила длина шнура в этом микрофоне, она составляет 6 метров, что, в общем-то, предостаточно. Так, вот еще у нас есть комплектация, переходник есть на толстый разъем джековый. Я не знаю, где он сейчас применяется, но, наверное, если идет в комплекте, то хорошо. Что не понравилось, нету разъема на microUSB, то есть для совмещения, например, с моим фотоаппаратом, пользуюсь как камерой. Так, вот эта ерунда называется ветрозащита, которая вот сюда нацепляется. О, и теперь будем как модные это блогеры. Видите, какой вот, вот он, раз. Тут есть у нас защелка, которой можно цепляться на одежду. Ну, все упаковано очень прилично и очень такого приятного на ощупь вида. Так, что у нас за щелкой? По всей видимости, она должна вставляться вот сюда. Ну так как. А, вот. Вот она куда вставляется. Тут все четко позиционируется. О, очень даже нормально. Вот, защелкнулась. Можно выбрать, в какую сторону вам, влево-вправо. Ну, то есть достаточно удобно. И все очень просто. Собственно, в комплект идет батарейка.
мелочь, а приятно. Разрываем безжалостно. Никуда его продавать не собираюсь. Хорошо упаковали батарейку. Так, подозреваю, что это раскручиваться должно. Вот, смотрим полярность. А полярность батареи не указана. Ну, подозреваю, что... А, вот, нет, указано все-таки плюс на пружинку. Батарейка вставляется, кстати, не очень удобно из-за пружины. Немножко помогу себе. Наверное, это можно и пережить. Видите, какая-то неудобство все-таки присутствует. Вставилась у нас. Закручивается. На ощущение очень хорошая закрутка. В принципе, это можно зацепить на штаны. И вот видите, то, что я говорил. Переключатель, камера или смартфон. Видите, сейчас нам потребуется смартфон, и мы его не включаем в эту батарейку. Итак, самый главный момент, ради которого мы и покупали. Сейчас на этом же самом смартфоне я попробую разговаривать таким же самым ритме, режиме, как я разговаривал сейчас с вами. Итак, цепляем нашу петличку. Я ее не буду прятать. В кино показывали примерно такая высота. Итак, попрошу воткнуть. В универсальный разъем смартфона вставляем. И теперь начинаем продолжать съемку. Честное слово, стараюсь говорить точно так же, как и разговаривал. Надеюсь, вы простите мою непрофессиональную дикцию. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь... стишок расскажу какой-то. В темноте кто-то ломом колотит, и лопата стучится об лед, и трамвай возникает из плоти, и трамвай мимо рынка идет. Ну, примерно так. И давайте что-нибудь напою. Может быть, мне самому интересно, как это будет звучать. Ну, даже... Ничека місячна, зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Извините, не певец. Но всегда к искусству тянуло. Ну что ж, надеюсь, микрофон оправдает мои ожидания, позволит улучшить качество звука во время записи, устранит посторонние шумы. Но об этом, в принципе, можно будет услышать, только прослушав эту запись, ну, уже на YouTube. До новых встреч, всего доброго. Делайте правильный выбор.